Дорогие друзья, я не перестаю удивляться нашим талантливым людям, которые разработали уникальный бронежилет, который в настоящий момент очень нужен на Украине. Он из легкого материала, и я удивлена, что я познакомилась вот с такими людьми, которые рядом с нами. Будьте добры, расскажите, пожалуйста. Да, значит, у нас есть наш бронежилет класс 4, выдерживает Калашников 7,62 пули, включая бронебойные пули. Передняя и задняя панель стандартная. В данном случае используются докладки, что можно вытаскивать поврежденного бойца за ручку. Имеется функция быстрого сброса бронежилета, если нужно скинуть. И, в принципе, как бы стандартный усиленный боекомплект. Плюс используем так называемые сильные травмопадс, что если вы попадает пуля, то у вас не ломает ребра или уменьшает количество повреждений. Будьте добры, скажите, эта разработка, в настоящий момент ее можно заказать? Да. Как называется ваша компания? Компания называется Laser Cut Z, находится в Бруклине. И как можно с вами связаться? Связаться лучше написать Google Laser Cut Z, мы появимся на первом месте, либо по телефону 212-203-1670. Спасибо большое. Пожалуйста. С вами была Марина Лагунова.